Нет у нас другого пути победить данную болезнь, кроме вакцинации. На сегодня я сам вакцинировался в числе первых, 2 еще октября. Вакцинировалась моя жена, мои дети, мои невестки, все мои родные и близкие. То есть я это говорю почему? Чтобы жители понимали, чтобы не слушали тех, кто говорит о том, что не нужно вакцинироваться, нужно вакцинироваться. Вакцинация – это жизнь наших родных и близких. Мы сегодня имеем примеры, когда умирают близкие люди. И вот чтобы трагедию эту не допустить, вот мы должны подумать, каждый, о самом себе, о своих родных, о своих близких, о детях, о внуках, о тех, кого можем мы заразить. У нас сегодня в России уже вакцинировалось более 18 миллионов человек. Заболевают, кто вакцинировался, да, заболевают, но никто не умирает. Ну, заболели, перенесли в легкой форме дома. Поэтому сегодня, вот, если взять правительство, то оно на 100% руководители привиты. Все замы, а эти человек, они все привиты. Главы районов, они привиты. Это говорит о том, что, знаете, пример. Вот одно дело, если бы сегодня я был не привит, я говорю, давайте прививайтесь. Это неправильно. Я привит, наш президент привит, министры привиты. То есть все идут и прививаются. И не только потому, чтобы показать пример, а чтобы сохранить жизнь.